Аманжол Кушанов был ведущим ученым и экономистом в области теории рыночной экономики. Его труды по проблемам радикальной экономической реформы, преобразования отношений собственности и развития предпринимательства получили известность в стране и за рубежом. Это замечательный человек, на которого стоит равняться. Не только нашему поколению, но и также студентам, которые проходят обучение в Североказахстанском университете, да и, пожалуй, в любом вузе нашей страны. Мы хотели бы, конечно, развивать те идеи, которые озвучены им в его научных трудах, монографиях, научных пособиях и прочих научных достижениях. В научно-теоретической конференции приняли участие представители Института экономики города Алматы, профессорско-преподавательский состав Кузыбаев Юниверсити и интеллигенция области. Надеемся, что наша конференция внесет существенный вклад в популяризацию и изучение творческого наследия ученого-патриота, экономиста, общественного деятеля, академика Аманжола Кушановича Кушанова. В конференции также выступила кандидат биологических наук, супруга Аманжола Кушановича. Он был очень добрый и всегда душой болел за свой народ. Он хотел видеть Казахстан процветающей, индустриально развитой страной. И этими вопросами он еще с ранних лет после окончания вуза, и когда он работал в Академии наук, первые его работы были об индустриализации Казахстана. В рамках конференции действовала выставка, где представили научные труды, фотографии академика Аманжола Кушанова. Камиля Хамдулина, Анатолий Белонок, служба новостей.